За твоим домом скурил всю пачку. Тебе не больно, ты с кем-то в тачке. Целуешь нежно, целуешь так же. Всем привет. Блять, ты на своем велосипеде тут это, поспокойней. Всем приветик. Короче, я в ахуе, купила браслет Cartier. Получается, через неделю-две буду с Cartier на руке. Купил всю пачку, мне не больно, ты с кем-то в тачке. Целуешь так же, но я забуду, наверное, больше любить не буду. Неплохо сегодня, от чего мне должно быть плохо, если я выпила 2 стакана, вот столько было виски. Я не пьяная была, я была самая трезвая. Типа, знаете, вот я хотела зайти в прямой эфир, чтобы, ну, просто поделиться, типа, я, блядь, никогда бы не могла подумать, что я сама себе буду покупать там часы, блядь, машину, гвоздь Cartier, блядь. Я никогда в жизни не могла подумать. Нет, мы никогда в жизни не спали, не будем спать за бриллиантом, мы друзья. Больно, ты с кем-то в тачке, целуешь наше, вот, и типа я бы никогда в жизни не подумала, что вообще так получится у меня. И типа я понимаю, что этому всему заслуга моя упорность. Мое правильное распределение денег, умение их зарабатывать вообще. И, кстати, когда я работала в Эстонии, у меня всегда была работа, всегда. И был такой сайт Ask.fm. И типа на этом Ask.fm задавали вопросы разные. В Эстонии знали, что я никогда не вру. Я знаю все слухи, всю правду. Например, говорят, Маша проститутка. А у Милены можно узнать, действительно ли Маша проститутка, либо нет. И очень многих я защищала, потому что, ну, клеветали на человека, вот. И меня всегда спрашивали, Милена, где найти работу? Где найти работу? И я всегда говорила, где ее найти. Там, типа, листовки раздавать в ресторанах, отправлять на CV ЕЕ свою CV. Там CV это в Эстонии, типа, анкета для работы. Нет, у меня нет аркана миллионера. Я просто прохожу по плюсу свое предназначение, и поэтому у меня идут деньги. Каждый человек может стать богатым. Любой, блядь, человек может стать богатым, даже если у него код бедности. Любой. Когда вы начинаете проходить по плюсу свою карму, отрабатывать ее правильно, то у вас идут деньги. Крутышка, спасибо. Какая в Москве средняя ЗП? Я не знаю, я не работаю в найме. Подскажите, девочки, какая средняя зарплата в Москве? Что за песня была? Ну, блядь, вспомните слова, загуглите и найдите. Я что, знаю все песни, как называются? Ну, серьезно. Ой. А как узнать, как по плюсу? Купить консультацию или пройти обучение? Как еще? А если у вас идут деньги, значит, вы уже по плюсу проживаете. У людей, которые проживают по минусу, им не дадут зарабатывать их. 70? Как узнать свое предназначение? Точно так же разобрать матрицу. Куда держишь путь? Домой. У меня округлилось лицо, мне это не нравится, потому что, вы знаете, когда люди набирают вес, у них уходит там в руки, в ноги, в жопу, в живот,
у меня уходят щеки, вот у меня вот тут вот щечки. Поэтому я во вторник иду колоть липолитик, потому что я худеть не хочу. Если я похудею, я опять буду дрыщом. Я дрыщом быть не хочу, я хочу быть мясистой. У меня такая попка, такие бедра. Ляжки, есть за что ухватиться. Я не хочу худеть. Поэтому липолитик буду колоть себе в щеки. Нет, я еще не думаю, как я буду отмечать свою ДР. Я только вчера, или когда это было, позавчера на сессии случайно узнала, что у меня ДР через 4 месяца. Я такая, чего? Почему так быстро? Понимаете, все будет зависеть от того, где я буду находиться. Так, я как крыса, да? Как крыса, вот как я люблю. Вот так и поеду, как крыса. Ой, спасибо вам огромное. Ты забрала браслет? Нет, он через неделю будет, это же с Европы везут. В России нет браслетов, только БУ. Все браслеты возят в Европы. Наконец-то нашелся один человек на нормальную голову, который не хочет худеть. Да, я не... ну, нахуя худеть? Вес должен быть здоровый. Вообще к своему телу надо относиться очень по-здоровому. Нельзя быть слишком толстой и нельзя быть слишком худой. Надо быть такой, в каком весе тебе ну, как бы приятно находиться. Чуть потолще, ну и что? Ну, главное, что тебе, у тебя со здоровьем все хорошо. В чем прикол этого браслета? В том, что мне он нравится. В чем прикол твоей жизни? В чем прикол того, что ты купила себе какую-то обувь? В чем прикол того, что у тебя какое-то кольцо? Это то, что тебе нравится. Ты носишь то, что тебе нравится. Прикол в том, что тебе кайфно. Блять. Красавица, спасибо огромное. Но на самом деле меня немножко напрягают мои щеки, я скажу честно. Сейчас у меня нет состояния, что я полностью себя принимаю. Мне не нравятся мои щечки. Поэтому я жду приема косметолога своего любимого. Раз у меня лицо противное, иди нахуй, ёбнутое создание. Блять, если я противная, идите нахуй. Исчезните из моей жизни, вы ёбнутые создания. Блять, вы понимаете, насколько вы ёбнутые, вы тратите свое время, которое, блядь, у вас никогда не вернется, вы тратите на меня противную. Вы понимаете, что вы, типа, ну, это ёбнутые люди, это больные люди, которые пишут какой-то бред, еще, блядь, думают, что им отвечать должны. Я не захожу, блядь, к людям, которые мне не нравятся, не смотрю их прямые эфиры. Я тем более на них не подписана, потому что у меня с психикой все нормально. Я не заставляю себя смотреть то, что мне не нравится. И, блядь, вот хейтеры, которые даже молча сидят там у себя в голове, какую-то плохую мысль прокручивают, вы понимаете, блядь, как вы себе, ну, портите жизнь? Или нет? Зачем ты так много материшься? Потому что мне так нравится. А зачем ты не материшься? Вот, а я хочу, чтобы ты материлась. Я имею право тебя об этом просить? Нет, потому что ты мне никто. Я тебе никто. Я имею право разговаривать так, как я хочу. Запомните это раз навсегда. Сейчас будет очень противный стык. Я не знаю, как этот стык находится на этом мосту. У меня просто в подвеске пизда. Блядь, я поэтому даже останавливаюсь тут. Бля. Это я еще мягко прошла. Самое лучшее. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Высокомерная дрянь. Так пошла нахуй, если я высокомерная дрянь. Блять, тебя ебет, какая я. А ты ебнутая. Ты ебнутый несчастный человек, который не может жить свою жизнь. Ему важно, блять, кого-то обосрать. Потому что ты не уверена в себе. У тебя все очень хуево. Я уверена, у тебя нет денег. Ты, блядь, себе похавать не можешь купить. Злая поэтому. Не знаю.
очень нравится, как она матерится. Вот, видите, на каждое говно свой говноед. Понимаете, да? И когда вот, знаете, есть девочки, которые говорят, блин, я хочу стать блогером. Я хочу стать блогером, но кому интересно меня смотреть? Всем интересно тебя смотреть, поверь. Всем, блядь, интересна чужая жизнь. Очень интересно. Если у тебя нет хейтеров, значит, ты, блядь, неинтересная. Ты нахер никому не нужна. Сейчас вам буду показывать красивый вид. Моя дорога к дому. А вот мой дом спереди. Милена, я хочу стать блогером. Подруга, что тебе мешает? Как вам такой видон? О, мой дом проезжаешь, да, подружка? Ну все, тут уже... Я уже к дому подъезжаю. Как прошло ДР? Конечно, я спала и легла спать в 4:30, проснулась в 11. Нормально себя чувствую, потому что я не бухала. Я выпила 2 виски с колой. И все. Почему я жмурюсь? Потому что, блядь, солнце светит. Блядь. Как ты паркуешься в Москве? Беру, паркуюсь. Как можно парковаться в Москве? Вопрос? По-любому в Гелендвагене мой мужик едет спереди. АМГ-шном. Ой, нет, не мой. С этим мы характерами не сойдемся. Он не русский. У него кавказская кровь. Они вот все это время ждут, блядь, ГАИ? Серьезно? Чтобы вы понимали, они уже 2-3 часа тут стоят. Так, все, ребятки, мне надо, походу, уходить. Потому что тут сейчас связь начнет пропадать. Связь сейчас пропадет. Я так раньше боялась эту парковку, этот заезд, чтобы вы понимали, сейчас вам его включу. Вот он. Опачки. Голова кружится. Да ладно, представьте, как мне за рулем ехать.
Опачки. Все. Я доехала. Ой. В смысле не подрезила, блядь, вот такую хуйню какую-то пишете, серьезно. Так, Алена пошла нахуй. Чем сейчас займешь, что у меня тренировка в 17:30. Возможно, с тобой увидеться, лично консультацию купить. Безус отстал от тебя, блядь. Вот вы почему о нем вообще еще помните? Короче, ладно, все, всем пока. Я потопала домой.